Здравствуй, отец. Я русский солдат. Пришел попросить сена. Немножко. Я русский солдат. Мой слон голодный. Дайте немножко сена. Ну, сена, сена. Ты не брат. Ты не есть русский солдат. Я знаю русский солдат. Я был плен царь России. Хорошо, армянин, все равно советский, дайте сено. Ты есть пленный. Сдавайся. Как сдавайся? С ума сошел? Руки вверх. Слушай, какой плен? Ваши солдаты убежали. Мир здесь, мир. Война нету. Война нету! Это земля германская. А что, я у тебя землю прошу? Мне и своей хватит. Дайте немножко сена. Послушай, отец. Послушай, отец. Ты пожилой человек, умный человек, по-русски понимаешь. Давай с тобой по-хорошему договоримся, как просто люди. Вот я иду мимо твоего дома и говорю. Здравствуй, отец, я ваш гость. Дайте немножко сена. Мой слон дерево кушает от голода. Я же больше ничего не прошу. Вот у тебя сколько сена. Вот! По-хорошему. Сено дайте! Ну что, не хотите по-хорошему? Будем воевать. Вы еще армянака не знаете. Сейчас посмотрим, кто кого. Руки! Здравствуйте! А где оружие? Руки вверх! Бите, проходите. Выше руки. Вот молодцы. Надо сдаваться. У меня автомат. А у вас и рогатки, и патронов нет. Сейчас я вас буду судить. Собака. Да не подлизывайся. Габуш, Габуш, ты не знаешь, какой Гитлер сволочь? Сколько злости надо вложить в душу человека, чтобы он стрелял в другого человека из-за пучка сена. Охотничьим ружьем. За пучок сена.